Здравствуйте, я Анастасия Кучер, компания «Электромотор». Когда, как не во вторник утром, рассказать вам об электроточиле «Айнхель» модели BTUS240BLUE. Электроточила поставляется в фирменной упаковке. Сверху вот книжечку по эксплуатации. Пенопластовая такая штучка, чтобы ничего не ездило, все закреплено. Каждая составляющая электроточила упакована в отдельный отсек, чтобы ничего не ездило. Для того, чтобы вытащить основную часть электроточила, мне понадобится сильная мужская рука. Хочу представить вам менеджера компании «Электромотор» и по совместительству эксперта в своем деле Евгения. Евгений, здравствуй. Здравствуйте. Спасибо большое, что помог мне вытащить электроточило из коробки. В общем, что хочется сказать. Электроточило предназначено для грубой шлифовки металлических, деревянных и железных поверхностей. Обладает сверхнадежным и мощным двигателем 240 Вт. В комплекте поставки было защитное стекло, которое устанавливается поверх диска, и боковая... Боковая защита на защитной крышке, которая устанавливается внизу шлифовального диска. Жень, я бы хотела тебя попросить, чтобы ты рассказал немножечко о технических характеристиках и ответил мне на вопрос, почему мы выделяем именно это электроточило из линеек электроточил, которые есть у нас. Что хотелось бы отметить? Значит, это довольно-таки практичный, компактный точильный станочек, универсальный, который подойдет для домашнего использования. Размер шлифовальной ленты составляет 50 мм в ширину и 686 мм в длину. Также здесь имеется шлифовальный диск диаметром 150 мм. Электроточило устойчиво стоит на поверхности благодаря четырем прорезиненным ножкам. Это придает, во-первых, устойчивости конструкции, во-вторых, это повышает безопасность при работе с инструментом. Также безопасность при эксплуатации придает защитные стекла, о которых ты нас вспоминала, и защитная боковая крышка на шлифовальный диск. Также хочется отметить, что двигатель имеет класс защиты от перенапряжения IP20, что соответствует международным стандартам качества. Ну что, Жень, давай подведем итог. Это компактная небольшая машинка, которая удобна будет при транспортировке и дальнейшем ее хранении в вашем доме. Хорошо, Жень, теперь давай мы ее испробуем, включим, и пусть она все-таки оправдает свои 2800 оборотов в минуту. Тест-драйв. Женечка, включаем. Нажимайте кнопочку. Лента работает. Тест-драйв прошел успешно, прорезиненные ножки действительно добавляют устойчивости конструкции, обороты 2800 оправдано, мы не сказали, шнур около 1,5 метра. Покупайте, пожалуйста, в компании «Электромотор». Не забываем подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии. Вы, конечно же, заходите на наш сайт и читаете статейки, также смотрите видео и рассказывайте друзьям. С вами были менеджер компании «Электромотор» Евгений и несменная Анастасия Кучер. Пока-пока!